Добрый день, друзья! Сегодня на обзоре вот электрический нож. Нож, вы как видите, новый, абсолютно мной еще не испробованный. Сейчас попробуем. Цена у него 3000 рублей. Такая массивная деревянная рукоятка. Вообще он такой массивный, тяжелый. Он у нас на 220 вольт, соответственно. Не знаю, как им работать, но вообще пишут люди, что получается классно. Если смогу найти, дам ссылку под описанием, где я его брал. Брал его в прошлом году, по осени, то есть уже год прошел с его покупки. Вот с медовых денег купил себе вот такой инструмент. Надеюсь, он мне сильно поможет, потому что, конечно, электрический нож, как пишут специалисты-пчеловоды, профессионалы, он облегчает жизнь пчеловода значительно. Давайте попробуем его в деле. Давайте попробуем сетчатый агрегат в деле. У меня тут немножко спартанские условия. Нет у меня станка для распечатки. Вот взял рейку, нашел. Какую нашел, отмыл ее хорошенько горячей водой. Чем хорош электрический нож? Вот ножи, если вы видели, в прошлый раз я распечатывал. Ножи, которые обычные, железные, не без, без подогрева, скажем так, их приходится постоянно нагревать в емкости с горячей водой, иначе они холодные, не режут мед. То есть печатать, распечатывать воск нужно горячим ножом, и их приходилось постоянно, ножи эти железные, нагревать в банке, в термосе я их нагревал, что термос не остывает быстро. И получалось так, что ножи вынимал, они зачастую были мокрые. Вода у нас капала в наш мед, в наш забрус, что не очень хорошо. Скажем так, что очень плохо, потому что вода в меде не должна быть. Пчелки ее выпаривали, а мы, получается, ее обратно возвращаем. Ну, давайте попробуем. Вот он у меня нагревается уже минуты 3. Если что не так, извините, еще первые мои шаги этим инструментом. Если я не ошибаюсь, нож должен быть с терморегулятором, то есть он должен температуру свою регулировать, то есть не превышать ее чересчур, то есть его не надо отключать, выключать, он должен держать температуру на нужной величине. Не знаю, какая она должна быть. Ну что, прикольно. Но мне кажется, он еще не разогрелся до конца. Покупал я там, недосказал, на пчеловодческом сайте, интернет-магазине. Ну вот, ничего так. Помним, да, что пчеловод я не профессиональный, занимаюсь распечаткой редко и мало, так чисто для себя, любимого, для своих друзей, ну, немножко, если остается там на продажу, там совершенно чуть-чуть. Прикольно, но мне кажется, температура маловато, а может, достаточно. Меня там зовет мой ассистент, который сейчас снимает рамки. Да-да, иду. Давайте продолжим после того, как я ассистенту помогу. Ходил сейчас, помогал своему ассистенту по растительному миру. Она там снимает с чердака сарая рамки медовые. Там, конечно, классно. Вот сейчас снял оттуда несколько рамок магазинных и корпусных. Они просто шикарные, они все с медом. Вот все это время у меня нож лежал включенным. Вы видите, да, он не перегревается. То есть температура у него держится на уровне заданной. Терморегулятор работает. Это, конечно, хорошо. Посмотрим, сколько времени он будет работать.
Что-то я, кстати, искал, когда в прошлом году эти ножи, они были или очень дорогие, или их не было в наличии. Я обычно покупаю всякие пчеловодческие приблуды, ну как пчеловод-инфо. В Карелии, в Петрозаводске находится интернет-магазин. Его, как сказать, основное местонахождение. Но там не было, и были какие-то дорогущие. Я взял на другом сайте, я говорю, постараюсь найти ссылочку. Слушайте, ну мне нравится. Неплохо. То, что я срезаю тут достаточно толстым слоем, ничего страшного. Забрус. Вот я забрус, если кто не знает, тут не те же пчеловоды. Забрус — это вот как раз вот эти вот крышечки, которые вот мы распечатываем. Они состоят из воска, прополиса, там пыльцы, там столько всего полезного. Так, беги сюда. Вот я из него медовуху делал, тут недавно показывал, как я делал медовуху, не знаю, что получится. Посмотрим. Ну что я могу сказать? Нож мне нравится. Давайте попробуем еще корпусную рамку качнуть. Не качнуть, а порезать. Вот, друзья, специально взял эту рамку корпусную, которую сейчас вот с чердака достал мой ассистент. Попробуем ножик на ней. Да, вот такие рамки приятно качать. Пусть она, конечно, тут не очень ровно себя застроена. Что касаемо ножа, у нас же обзор по ножу. Мне кажется, что если бы он был бы немножко погорячее, было бы получше. Хотя, это может быть, мне так кажется просто. Но при нажатии на воск все-таки надо усилие прикладывать приличное. Говорю, это может быть, мне кажется. Рамка вся не очень ровно застроена. Но, конечно, ножик электрический по сравнению с неэлектрическим. День и ночь, классно. Да, рамка, видите, она вся такая, хоть наполненная медом, но волнистая. Приходится тут из этих вот бугорков вырезать. Я говорю, самое главное, что у нас не попадает влага в мед. Ну и вторую сторону вырезаем. Делаю свой однозначный вывод, что вещь нужная. КПД у нее значительно больше, чем обычные ножи, которые мы греем.
Ну вот так вот у нас магазинные рамки распечатываются с помощью этого чудесного ножа. Опять же, друзья, мы не профессионалы в этом, занимаемся этим редко, 2 раза в год всего. Поэтому не судите нас строго, как умеем, так распечатываем. Но мне кажется, вполне нормально. Слой забруса срезаемый не толстый. Я думал, этот толстый нож будет срезать потолще. Ну, как вы видите, вполне нормально.